Так, а это у нас австралийский пальчиковый лайм. Значит, эта разновидность ко мне попала из питомника, итальянского питомника Оскар Тинтори. Называется у них эта разновидность Сангвинеа. Ну, что, в принципе, подразумевает плоды коричневого цвета. Хотя сангвина вроде как кровавый переводится, но, тем не менее, кровавость здесь такая условная. Мякоть такого цвета, ну, более розового, что ли. Ну, а кожура получается такая темно-коричневая, то ли фиолетовая, тяжело сказать. Ну, очень хорошая разновидность. Охотно цветет, обильно цветет. В прошлом году было очень много плодов. Ну, а в этом году уже плодов меньше. Наверное, потому что этот фингер был затенен. Ну, растение стоящее для того, чтобы его можно было завести в коллекции.